Здравия желаю. Значит, сегодня вот такую модель смотрим вечного двигателя. То есть колесо крутится. Амперы тут всего берет 0,80 амперы. Видите, ампера. 0,82. Ионисторы подзаряжаются вот этой время от времени, чтобы не садилось. А это у нас, вот она берет ток, сейчас назад идет. Такая система. Ну, будем, как говорится, улучшать. Приходится вручную все это переключать. То есть подзарядка идет, но ток отсюда, подзарядка ионистора идет потихоньку. Вот сейчас опять, вот он дошел. Сейчас включаем подзарядку. Тут сразу ампераж увеличится понемножку. Ну видно, что подзарядка пошла. То есть эта система неплохая, но надо доработать это все. Вообще стул вечный двигатель.